Посылка на твое имя. Между прочим, из Лондона. А это Чарли Чаплин ей приглашение на съемки прислал. Старик бы не рискнул, он боится, что Файка его переиграет. Ну, давай уже открывай поскорее. О, там закладка. The American President watched the Soviet film The Dream. Президент Франклин Рузвельт посмотрел фильм режиссера Михаила Рома «Мечта» и был потрясен игрой непревзойденной актрисы Фаины Раневской. Господин президент считает ее величайшей драматической актрисой.